Началось теплое время, в лесу нужно быть внимательным и осторожным, чтобы не наступить на змею, ведь сезон их активности уже начался. При встрече со змеей не рекомендуется совершать резких движений, а собираясь в лес, надевать плотную одежду и резиновые сапоги. Что же делать, если змея все-таки укусила? Освободите место укуса от утягивающей одежды и украшений. Промойте рану водой с мылом или антисептиком. Наложите стерильную повязку. Примите по возможности антигистаминное средство, если оно есть под рукой, а также пейте много жидкости.